Всем привет, друзья, подписчики и кто просто просматривает мой канал. Всем привет, друзья. Ну что, данное видео сегодня у нас будет про битву за трон и про личный турнир. Давайте посмотрим. Это у меня, друзья, клон. На нем я не играю, но так себе более-менее потихонечку строю по возможности что-нибудь. Ну что, будет речь о том, как я и говорил в предыдущих видеороликах, что не нужно торопиться с самого начала играть. А пропускайте, потому что много раз я говорил вам, 20 дней это очень много. Вы будете привязаны почти месяц. Это ужасно. Целый месяц вы будете безвылазно играть. А когда смотрите, что вы попали еще в не очень хорошую сетку, так представьте себе, сколько вы будете мучиться. Так, ну что, я буду делать несколько обзоров в течение недели. Может быть, даже я где-нибудь на клоне открою на 5 дней. Посмотрим, что там. А здесь, как видите, осталось 10 дней. Так, уровень у нас тут 4. Давайте посмотрим. Здесь мне не хватает еще немножко. Сейчас давайте выйдем на арену. И откроем сетку и посмотрим, куда же нас закинут. Да, еще я хотел сказать, что, смотрите, у меня тут уровень 29. А игроков кидают на 45. Сейчас давайте посмотрим. 30 уровень, 45 уровень. Так, смотрите, 46 уровень, у меня 29. Беде, 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 беде. Это вот так специально кидает в личном турнире, чтобы вы очень-очень медленно поднимались. И как мне разбивать? Я уже такую армию здесь тестировал. И не могу пробить. И разные города пробовал. Очень сложные города. Но смотрите, какие города дает. Но что это? Игра разве? Человек будет мучиться, разбивать. Зачем это надо? Воинов, конечно, нужно еще улучшать. Но это не дело. Смотрите, какие уровни. 43-й. 40-й. А с моими непрокачанными воинами здесь делать нечего. Так, ну там нужно будет набрать, наверное, 2 звездочки. И не заморачиваться особенно. Вот кидает опять повторные города. Кидает 39-й. Так, ну вот этот надо... Да вот этот зиккурат мне мешает. Я думал, что тут будет очень легко. Да не так, не тут-то было. Не получается. Видите, 42-й. 40, на 42-й город нападает 29-м уровнем. Но это, конечно, друзья, несерьезно. И разработчики что-то непонятно делают. Вот такие. Смотрите, 32-й. 47-й. И вот как? Но я вам говорю, что это специально сделано так, чтобы вы вкладывали рубины и играли дальше. Видите, 47-й. Странно, еще 60-й уровень не выдает. 40-й. И вот кого бить на 29-м уровне? Вот их. Жесть полная. Я вот просто был в шоке, когда я увидел. Так, ну давайте, может быть, это попробуем напасть. Нам нужно только 2 звездочки здесь. Если получится. Да, и тоже тут такой городишко не очень. Так, побольше захватить бы. Так, еще чуток здесь. Ну, давайте попробуем, смогу я добраться до замка хотя бы. Вот эти орки, вернее тролли, собираются в кучу. Нанял тут 5 магов. Так, мало ли чего, на зачистку. Так, давайте, тут лазейки какие-то есть. Так, пушечку. Вот еще пушку можно будет попробовать. Нет, не достал. Так, ну а магами давайте попробуем. Будем зачищать. Там есть еще пушкарь левый у меня. Нам нужно только 2 звездочки. Хорошо, что тут лазейки есть. Так, ну что, пушкарь, иди там. 8-й уровень у пушкаря. Ну, если искать вот такие города с открытыми лазейками, то еще можно более-менее играть. А так вообще невозможно. Сейчас посмотрим, куда еще закинут. Я сейчас, друзья, тестирую, так что не разбегайтесь. Я
под конец турнира вам расскажу, что я там узнал, какие схемы можно будет разрабатывать, когда заходить. Но изначально я вам точно говорю, что я не вижу смысла заходить. Вообще не вижу смысла. И 20 дней играть без перерыва, это несерьезно. Так, ну что, ладно, у меня тут набралось уже 84. Так, что пушкаря завалили уже. Так, ну, так, давайте улучшим. Ну что, погнали, давайте улучшим, посмотрим, куда же все-таки закинут. Здесь бутылок нету, я улучшал без бутылок. Да и в этом турнире, честно говоря, нужно только брать там сотое место, взять один декор и хватит. А все равно редко кто сможет урвать все три подарка. Так что, не знаю. Пробуйте, друзья. Пробуйте два взять. Так, ну что, давайте посмотрим, куда же я все-таки попал. Так. Так. 234 место. Так, и кто у нас на первом месте? Вот такая вот сетка, видите, не сработала, но можно пробовать зайти даже в пятерку, если у вас есть, например, бастионовские руны, улучшайте по три бутылки, если у вас их очень много, то да, можно будет попробовать. Так, ну и в 25-ке давайте посмотрим, что у нас тут делается. 25-ке. 21 уровень. Ну, за 10 дней. Да и то нормально, если на два подарка работать и заходить хотя бы за 10 дней до завершения. Ну, тоже вариант. Можно попробовать. Ну, как по мне, не знаю, рано. Надо будет попробовать еще одну сетку открыть где-то через пару дней. Ну и посмотрим, куда же могут закинуть еще. Нужно, друзья, тестировать. Хотя сотый уровень на пятом месте, это не показатель. Его можно будет сделать, если у вас есть руны, как я повторюсь еще раз. То вполне нормально можно будет дойти даже за один день до сотого уровня спокойно. Ну, 200 на первом. Но это тоже, друзья, я говорю, что иногда вот когда открываете через 2-3-4 дня, здесь уже такие сумасшедшие уровни, до 500-600, да бывает даже и 1000. И уже отпадает все. Не хочется играть. Ну, а так, как видите, да в 25-ку спокойно можете зайти. Без проблем. Да. Ну, не знаю, друзья. Решать, конечно, вам, когда открывать. Но изначально я не рекомендую. Вообще невыгодно. Так что так вот, друзья. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пишите обязательно комментарии, как у вас сетка. Можете выкладывать скрины. Так что так вот, друзья. Всем пока.